Всем привет, YouTube, привет. Вот очередная посылочка пришла. DPD доставочка. Все самое интересное, это вот ЦАТ Москва выручает нас. Сейчас получаю посылку, смотрю, в багажнике, наверное, штук 5 вот таких посылок. Говорю, о, интересно, кому? Коммивояжер этот говорит, да вы знаете, мы их штук по 50, по 60 в день получаем, говорит, и выдаем. У нас тут действительно народ прошел град и, мягко говоря, в каждом тут гараж через гараж, через два на третий, все возомнили себя специалистами. Вот, покупают в Китае, на Алиэкспрессе там, на Алибабе, еще кое-где, с eBay. Вот, у нас выручают. Вот, в ЦАТе покупают. И курочат машины потихоньку. А потом приходят и говорят, ой, а что это? А как это? Или уже под шпаклевку, под покраску. Ну ладно, не об этом. Вот. Я тоже как бы не специалист, еще учусь. Вот пришла посылочка, сейчас мы ее откроем. Ну вот, распечатали мы посылочку, распотрошили. Тут цена вопроса как бы небольшая. 3500. Вот. Очередной клипсодер, так сказать, купил. Мама дорогая, это причем это реклама какая-то? А, это, значит, реклама стек. Вот. Поддержки для таких габаритных деталей. Ну вот, очередной клипсодер, он как бы сделан для того, чтобы сжимать клипсу и ее вынимать. Вот. Второй момент, значит, два пробойничка. Ну, один мой любимый пробойник. У меня такой он есть уже. И вот такой же тупой. Вот, сейчас посмотрим. Вот, у меня аналогичный есть, но он поострее. И вот такой. Понравился мне этот пробойник. Цена у него, конечно, скажем так, не дешевая, но он может, извиняюсь, или потеряться, или поломаться, или там что угодно. И потом вот это заказывать и ждать, я решил, что пусть лучше будет запас. А это вот для работы как бы сейчас. Жалко, конечно, что вот этот вот с магнитами, а этот без. Но я думаю, что придется его дооборудовать. Вот, магнитами. Почему? Потому что вот так падает и обязательно зараза катится под машину. Ничего хорошего нет в этом. Поэтому есть смысл дооборудовать. Вот волшебные клипсочки. Вот, они у нас позиционируются как ультрадентовские. Ну, вот это не ультрадентовские. Это у нас Atlas Olympic. Вот хороший грибок, просто, ну, как бы нравится мне. У меня в наборе тоже вот олимпиковские есть. Работают очень хорошо, но иногда мне не хватает. Вот они. Точно такой же вот. Братья из-под одной, как говорится, мамки. Вот. Не хватает вот такого размера, как бы с такой тягой. Очень мне понравился. И я взял еще один, приобрел. И вот эти волшебные. Чем они мне нравятся, что они все с магнитиками. Вот мы видим, да? Я решил взять наборчиком. Вот видим мы магнитики. Решил взять наборчик. Почему? Потому что пригодится. Есть у нас и большие вмятинки, и маленькие. Вот, тоже очень хорошо они работают. И хороши тем, что при отстреле они дрынь и примагничиваются у нас. Вот так. Вот такая вот посылочка. Продолжаем работу нашу праздничную. Тут уже крыша подзаканчивается от вмятин. Там кое-где еще есть, но вот в отражении инструмента, я думаю, видно, что уже вот. Вот я там поймал один блик.
Вот они вмятины. Дрынь-дрынь. Их видно. Вот. А остальное все более-менее уже подаккуратилось, подвывелось. Ладно. Спасибо Цату за посылку. Все вовремя доставлено. Хорошо, красиво. Так что еще раз благодарю. Вот. Будем работать. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.